В Адмиралтейском районе прошел фестиваль хорового искусства «Пасха Красная». 11 хоровых коллективов выступили под сводами Исаакиевского собора. Многоголосое исполнение характерно прежде всего для церковного песнопения, но благодаря этому фестивалю уже 7-й год подряд храмы Петербурга становятся концертными площадками, где объединяются православные и светские хоровые коллективы. Это очень большое значение имеет, потому что коллективы изучают духовную музыку как один из жанров хорового пения. Это самая первая, пожалуй, и самая главная традиция русского народа – хоровое пение, именно исполнение духовной музыки. Кроме петербуржцев, в фестивале принимают участие хоры из Финляндии и Эстонии. Все они – лауреаты международных конкурсов, исполняют и классику духовой музыки, и современных композиторов. Организаторы фестиваля считают, что он стал очередным витком в продолжении традиций православных песнопений и внес большой вклад в сохранение и развитие отечественного хорового искусства.